они пойдут, неизвестно. Давайте не будем нам указывать. Почему? Я гражданин, это моя позиция, это мое мнение. Я могу вам порекомендовать. Он стоит, он не спрятался. Здесь есть какой-то ваш сотрудник, который контролирует эту территорию. И стоит он не только в штате. Они стоят туда, в штате. Послушайте меня. Вот это будет все отвезло. Нет, это надо все в Российской Федерации. При вас происходит преступление. Понимаете? А что вы делаете? Вы потворствуете незаконному методу? Вот вы держите палатку. Вы на какое ополчение? На какой район? Какие гранаты? А он быстрее собрался. А почему он здесь стоит? Он что, только что встал? Он стоит давно, и ваши сотрудники видели, что он стоит. И стоит наверняка с утра. Это не за 5 минут он собрал. Это не за 5 минут. И не за час. Почему вы? И сотрудники, зачем нам полиция нужна? Зачем нам нужна полиция? Зачем мы вас держим? Собрали незаконные деньги. Граждане, зачем? Обокрали. Зачем полиция? Вот деньги. Заберите эти деньги. Отвезите его в отделение. Забирайте его. Это ваша прямая обязанность. Иск, чтобы вы написали. Ты начал, что собрался. Вы должны следить за порядком. Не должно быть. Не должно. Я вообще поражаюсь, как у вас это... Да ты паспорт свой покажи, а! Видно по тебе, как ты поражаешься. Пораженный. Собрал у меня денег, блин. Незаконно собранные средства. Неплохо. Поражаюсь.